каждый час, протираем ручки антисептическим средством. У Галины работы даже прибавилось. Все нужно обрабатывать в несколько раз чаще, чем до пандемии. Дверные ручки, поручни, перил, диваны. У нее самой к пандемии отношение сложное, но к требованиям относится ответственно. Ну, я и верю, и не верю, но все равно сохранять вот это вот надо. Сказали сидеть дома, значит, сидите дома. Сказали, идите на работу, значит, идите, оденьте маску. Галина Суворина – уборщица помещений в здании Сибирской медиагруппы. Закончила училище на ткача, работала воспитателем в детском саду. Потом переехала с дочерью в Барнаул и ко всем своим работам относится с любовью. А нас просит не бегать по мытому полу на цыпочках. Не надо так. Вот у меня мужчина утром тут раз бежал вот так на цыпочках, на пяточках, как подскользнулся, я думаю, ну все, как сейчас плашмя, как даст. Ну нет, удержался за двери. Очень мило удержался. Так что не надо так. Вот идешь и иди спокойно. Техничка тебе для этого и нужна, чтобы за тобой бегать со шваброй. Мы их не замечаем. Именно благодаря их труду наша жизнь остается комфортной, а сегодня еще и безопасной. К слову, Галина в своей профессии всем пример. А вы как к своей работе относитесь вообще? Очень хорошо. Очень ответственно. Я даже иной раз не хочу в выходной дома сидеть. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.